Всем привет! Сегодня приехала расцветочка Asics Gelka HANA 8. Вот такой вот мятный цвет. Хотел вам показать. Вот, приехала пара с Poison. Стоит она в районе, по-моему, 7-9 тысяч рублей. Нет, наверное, даже дешевле, кстати, 6-7 тысяч рублей. Вот, ну и плюс еще доставка в районе 1000. Вот как-то так вот она выглядит. Блин, очень легкие кроссовки, отлично подойдут для занятий спортом, для бега. Asics, на самом деле, мне в последнее время начинает очень сильно нравиться. Такой вот протектор имеет, кстати, еще не скользящий, с такими вот точечками. Вот, по качеству я, короче, смотрел. Asics делают вещи, я не знаю, как на долгой дистанции они будут, блин, ну типа развалится, не развалится. Ну, на самом деле, если в них, конечно, не купаться в лужах, то, я думаю, им ничего не будет. Вот, ноги, кстати, проветриваются. Тут вот такая вот сетка. Вот, поэтому ваша нога в них не будет потеть. Стандартные беговые кроссовочки. Ну, спортивные даже, я бы не сказал, что беговые. По-моему, Asics Gelka HANA больше как волейбольные кроссовочки идут. Ну, блин, выглядит... Выглядит солидненько. Даже, ну, не представляю, под что можно, конечно, носить данную расцветку конкретно, под какие вещи. Но, блин, если выбрать другую расцветочку Asics Gelka HANA 8, то мое почтение, эти кроссовки очень хорошие, поэтому заходите, смотрите, заказывайте. Если хотите, пишите мне, ссылочка на сервис мой в описании. Вот, пишите, такие кроссовочки привезу вам без проблем. Прикольные. Asics на самом деле в последнее время делают реально прикольные кроссовочки.